Всем привет! Сегодня я попробую рассказать и показать, как окрасить свое оружие или снаряжение в камуфляж Attacks Earth Urban. Красить будем двумя способами. Они не сильно отличаются друг от друга. Самое главное, что красить мы будем методом спонжинга. Как это делается, увидим позже, а сейчас теория. Для покраски нам потребуется краски, грунт, обезжириватель, малярный скотч, кусок поролона. Например, мочалка. Главное, чтобы поверхность была крупнопористой и неоднородной. Также нам потребуется трафарет для одного из способов покраски. Небольшое пояснение. Я буду использовать цвета по классификации краски Montana Black. После подготовки и грунтовки окрашиваем поверхности, задуваем предмет в цвет подложки. Используемый цвет BLK7110 Gambetta. Далее используем самоклеющиеся трафареты. Наклеиваем трафареты хаотично на окрашиваемую поверхность и методом спонжинга закрашиваем открытые участки, используя цвет BLK8120 Gobi. Далее тем же методом окрашиваем определенные участки поверхности, примерно как на рисунке. Используем цвет BLK6630 Pan. Затем идет окраска в цвет BLK6920 Mardok. И в заключение используем небольшое количество черного цвета BLK930 Black. Лакировка по желанию. Для тех, у кого с фантазией все в порядке, предложенной цветовой схемы можно не придерживаться. Главное помнить, что каждый последующий цвет идет с небольшим перекрытием предыдущего слоя и с меньшим количеством используемой краски. Переходим к практике. В первую очередь будем красить с использованием трафаретов. После обезжиривания грунтовки сдуваем автомат цвет подложки. Клеим трафареты и методом спонжинга красим следующим цветом. После этого трафареты не понадобятся, их нужно отклеить. Теперь нам понадобятся трафареты на плотной бумаге или картоне. Как ими пользоваться, наглядно показано в видео. Для удобства покраски для цветов Pan, Mardok и Black для каждого цвета имеется свой трафарет. Еще раз напоминаю, что черного цвета нужно совсем немного. Окраска данным способом окончена. И вот результат. Второй способ отличается от первого только отсутствием плотных трафаретов. Благодаря этому получаем более размытые и плавные переходы от одного цвета к другому. Результат на экране. Каким способом красить, выбирать вам. На этом я заканчиваю данный урок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, я буду признателен. Пишите в комментариях пожелания и замечания. Также можно написать интересующий вас камуфляж для планирования новых видео. Всем спасибо за внимание, пока!